Конечно, мы знаем, что сегодня день флага Российской Федерации. Вы знаете, что обозначает три цвета на этом флаге? Знаю. Красный — это значит красивый, синий — это я не знаю, и белый — не знаю. Так, подумайте, что обозначает. Ну, синий значит свежесть, а белый — это элегантность. А как вы считаете, какие главные качества, которыми должен обладать настоящий милиционер? Ну, настоящий милиционер должен обладать добротой, он должен быть умным, что еще? Ну, все самые хорошие качества, что есть. Сука, дебил. Тихо. И все сгорело. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10-15, минут 5-10 пятого, 4-5-10 пятого утра. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, мудила, блядь. Пидорас. Я что-то не понял, блядь. Камеру вырубай, нахуй. Камеру вырубай, мне сказал, блядь. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Особенно вот, говори. Вот тот вот паренек, да, вот с белым вот на плече. Вообще молодец. Да и вообще класс. Вы все молодцы. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете. Могете просто. Ну и что, мысли какие по этому поводу? Уверен, минимум как на 5 лет. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все, спасибо тебе. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Да. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты извращенец? Ты сможешь? А зачем? А? Ты хочешь ломать? Нет. Зря. Почему зря? Ломай меня полностью. Ломай. Ты сможешь меня ломать? Ты сможешь меня ломать? Не сможешь? Нет. Я тебя прошу. А зачем? Я тебя прошу. Люди, я Гитлер, я вернулся, вам всем пи***.